Бирен де Петта Стакельберг Ревель, 29 августа 1734 года, шведский военачальник, фельдмаршал, участник Северной войны. Биография: к началу Северной войны был уже капитаном в 1700 году, адъютант генерала О. Виллинга в 1701 году, уже подполковник, действовал в Лифляндии под началом В.А. Шлиппенбаха, с 1702 года полковник Бьорниборгского полка, в 1705 году участвовал в поражении русских при Гемоуердгофе, с 1706 года генерал-майор, в 1708 году командовал пехотой в корпусе Айолевенгаупта, сражался при Лесной, руководил штурмом Вепрека, в 1709 году взят в плен под Полтавой, вернулся в Швецию только в 1722 году, сделан генерал-лейтенантом, с 1727 года генерал-обт-инфантерии, в том же году назначен главнокомандующим войсками в Финляндии, получил чин фельдмаршала и титул барона.